Попытка номер два. Пятый Разлом банкир. бездны Эндисвар. Взял пятый? У меня сейчас четвертый висят. Да, у меня есть пятый. Ну, хочешь, извини. Так, 900 монет, бафчик. От 19 волны. Прикидывай. Готово. Так, ну идет неплохо, в принципе, как всегда. Ну. Я бабочку не купил. Кино. Ага. А, они под ноль. Убираются не лишнее только получается. Вот здесь можно смотреть. Угу. Рачим в бэкбилде со всей дури и только добегаем. Еле-еле. Да.
А бафчик на скорость бега еще не откатился. Вот так вот. И теперь я спускаюсь вниз, и начинается совсем жепа. Потому что... Так, тут яда нету. Нужнее. А, я думаю... Это должна быть... Несемся. Часы никуда кинул. Не хватает реакции немножко. Угу. Какая-то волна была? Четвертая. Это шестая. Вот. Да. Я да. Что тут молния-то? А, ну, в принципе, да. Так. Так, поддобавлять надо уйору. Наверное, начало. Передал. Ага. Так, 4 башни. Так. Три башни. Эта волна. Еще волна будет.
Так, три башни, седьмая, три башни, 9 башен. Раз, два, три, ага, по 2 башни земли на каждый этаж. Да, ну, хорошие. Я не пройду, перекидывай. Делаем приготовление сейчас к станешь вот эти вот за счет земли и санов помощь в Это волне, пиздец, спать которая рубит нахуй. не работает. Урон башен, 9-й волны, самая бредовая. Так. Хватает, хорошо. Это на них не прошли часики. Мне показалось. Какая была волна? 7-я, сейчас 8-я. Я хотел добавить Плотные, что-то. плотные пиздец, окей. Что-то я себе хотел чуть-чуть больше уехать, не изменить. А, это просто жирнющие мобы, блядь. Кидай. Скинул. Так, очень быстро бежим. Но не успеваем. Бежим, не успеваем. 2 минуты хватит. О, масуха помаду. Вот станы, пожалуйста, практически все А, у них встанет. иммун как масухи, я помню.
Так, принять позицию. Они кучкуются, очень хорошо Е заливать. Вот гномы поэтому очень хороши. Гном в эту вот скучковавшуюся кучу долбит просто ахтунг-вахтунг, разнося все в говнище. Или дебаферы, которые танки с очень сильным дамагом хорошо. Короче, некоторые классы люто дерьмо, некоторые имба. Чего-то среднего тут нет, к сожалению. Очень сырая вещь. Прикольно, очень нравится контент, но нужно доработать. Вот эту девятую волну... У нас волки сильнее прошли. Ну, я подкорректировал. А, блядь. Про этого забыл, блядь. Кидай. Угу. Есть. Ой, не хватает времени. Ой, не хватает. Ой, не хватает, пипец. Вот мне пару еще башен бы воткнуть. Но не могу. Потому что надо босса эти дамажить. И первое, что я должен ему сделать, кинуть часики. Тем более, что я не кинул баф. Так, это не получится. А, часы просраны. Все, это считай жепа. Ну, мы его, конечно, убиваем, но... Очень. Короче, нельзя ошибаться, ошибся. Все. Овергир только тащит. Правильно, профа. Очень потная. Очень киберспортивная получилась. Прикольно, но должна быть игра с комфортом, а не с геморроем на заднице. Кидай. Кинул. Так, это верхний этаж? Угу. Войд, пробую. Угу. 15% шанс. Так, вроде после 20-й волны. Нет, после 10-й. Уже? Угу. 10-й это супер изи волна. Удачу ускользнула реверб. С плащом ЕВ пробовал? Понял, в чем прикол?
Я СК не вижу. Забрали? Не может быть, чтобы забрали. А, не-не, все норм, есть. Фух. Ну, я скрин сделал, покажу тебе, что он написал. Неужели с ЕВ плачем, типа, шанс большой? Да, может, это подъеб дебильный. Че, ни херена не апнулось? Не-не-не. Ну, может, после, на следующем попробуем? А, денег нету. Ну, тоже денег нету. 200к ушло, понял. Ладно. Да. Ну, один раз попробовал, все хорошо. 15 шансов, 15% мало, конечно. Это очень мало, типа, это забей. Это надо фулкой заходить. Десятую волну легко фулкой преодолеть, на самом деле. И всем пробовать. Ну, растратненько. По-моему, не актуально. Я подберушку включу? Да. Окей. Ебать, а что такое, что за хуйня происходит? Это свиньи, они быстрые. Ох. Это сложная волна, она же бонусная. Это, кидай. Передал. Паш, давай как-то я с тобой схожу один раз. Ачивки сделаю на 10 и на 20 волн. Я тебе видос кину, как строить. Попробуешь сам. Так эффективнее. Угу. Соло я до 25 дошел. Он чем? А какой? До 25 я дошел соло. Ебать, я сходу получил этот, блядь. Второй раз получил. Ебать, фир на фире, блядь. Так, что там? Вот она, сложная волна, пиздец какая, блядь. Это не очень построено. А, вот здесь вот. Первый этаж готов, да? Ой, да, все. Ну, ее можно простить за 100 монет. Кстати, деньги есть, возможно, имеет смысл. Уже поздно. Делать. Ну да, но это тебе башню надо тыкать. Ну, Unreal просто какой-то, блядь. Все построено, все построено. Хоть что-то дохнет, блядь, или нет, нахуй. Вижу, что происходит. О, блядь. Горит же, да? От фира вообще пиздец, как горит, нахуй. Скинул. Тринадцатое, я не помню, что это у нас. Вроде бы здесь один моб прошел тогда, в прошлый раз. Да, медведи быстрые, жирные. Я сейчас не могу помогать. После этой волны очень много строить надо. Остановитесь, сука, блядь. Ай, блядь. Он-то потерянный. Всё. А, кстати, Войд, сюда стоит ходить, даже тебе в соло, типа. За чего? Тут можно артрейд сделать. Как?
Руна превосходства продается. Ну, я понял, а сколько надо фармить, чтобы типа сделать руну? Если 25 волн. Сейчас скажу, сейчас. Сложная волна. Пиздец, сложная. Сдохни, сука. Прошли, блядь. Сейчас скидываю. Скинул. Короче, 7200 итемов. Это, короче, ну где-то 20, если 25 волн делать, 20 дней где-то. Я ебал. 20 дней, блядь, можно 3 артолита нафармить. 50 волн. Так, сейчас мобы, которые не дамажатся. Сегодня проверяет страта без воды, потому что ауе от воды я не заметил в прошлый раз. Дебафов у меня никаких нету. Что с вами происходит, господа? Блядь, я никуда. Тут башни нету, твою мать. Кинул. Но за 3 дня можно делать и Сашку. Какой именно эпик? Какая волна была? Сейчас будет 15-я, была 14-я. Ну, эпик. Опять башня забыл тыкнуть, наверное, тоже. А, это ничего страшного. Так, сколько? А? Так, хер накинул. Вообще, по идее, у нас все чики-пуки должно быть. Ну, что-то на чики-пуки не сильно пукает. Там заградотряд. Надеюсь, он справится. Да. Сейчас 16-я волна будет, да? Да. О, манчур.
Просто три раза подряд, блядь. А почему на мне не вешается нахуй резист, блядь? Защита от контроля. Так надо. Сука, на нахуй масуху. Знаешь, на сколько резист вешается? Сколько? На минуту. Сразу тикает. Ты без за 100. Да? Сейчас срезу. Ты сейчас без дебафа, да, получается? Я без дебафа. Имеет смысл на первом этаже тебе башню яду тыкнуть и, короче, под эту волну юзать. Это недорого. Понял. Что оно не решает тут. Блять, моба не могу выделить, что за пиздец. Прожарка кончилась. Битка. Баф кончился в анкоре. Пипец. Бафнулся уже, когда попёрли. Кидай. Понял, так, скидывай тебе. Кидай. Кинул. Баф ты будешь брать? Ты. Я? Да. Ну, а сейчас какая волна? 17-я? Нет, сейчас рано, 17-я будет только. Так, трай. Уже пруд, да? Да, конечно. Твою, блядь. Быстрые псы сейчас, блядь. Довольно быстрые, очень пиздец. Куда ты побежал? Какие нахер? Ой, мать. Как мне их догнать? Восемнадцатая волна. Скинул. Сколько за волну вышло? 700, да, хватит. 900 вроде, да? Я говорил. 1600 максимальный баф. 900 третьего уровня. Да, все, оставляю тогда. А, на них замедло не канает мое. Судя по всему, и башню тоже. Ай, доки. Вот я бегу и не дамажу. Полезный. Или медленнее скорость сделать, или я не знаю, или в окно выкинуться. Или вообще убрать урон персонажей. Слишком быстрые парни.
Один козел. Один? Один. Нет, трое. Три. Ага. Так, бафаемся. Бежим. Перекидывай. Перекинул? Перекинул. Перекинулось? Да. Баф. Юзаем? Да, бафай. Блядь. Что такое? Две минуты. Баф падает. И он тут, блин. Где этот баф сраный? Я не вижу. Да, на них еще видишь за медона, но я тоже не канаю. А, блядь, что-то сбилось. Не туда кинул часы. Вообще класс, конечно. Возможно, имеет смысл на босс этот балл брать. Наверное, да. Пиздец, просто фуловые идут. Заднего, самого заднего сист. Дерево, просто дерево. Пизда. Просто, вот кто это придумывал? Перекидываю. Да, перекидывай. Может быть, конечно, это типа под более крутой шмот. Защитных. У нас тогда меньше оставалось. Я знаю, но и корректировка. Более бабчик завезли. Блять, мне надо баб, ты баб на него кидать. Где часы? Я нажал на кнопку. Алло. Не пройдем. Маленький урон слишком. И на него дебаф не работает. Вот это бред. Возможно, ну, причем на него и лед, и огонь даже не работает. Это вообще непонятно. Как бы тупо вот купите шмот, называется.
Ну, может быть, рано, конечно. Почти так же самое идет, как и тогда. Была задумка, как бы убить быстро волков. Значит, будем на босса брать в жопу волков. Все равно с ним ничего не сделаешь, они все проходят. А как бы 30-я волна это предел мечтаний. Так что... Чуть-чуть, когда не хватило. Может, убьем. Но я не могу убить. Все, могу теперь. Не убиваем. Но мне посоха не хватает. И точки тебе. Да, посох, точка, все решает. Сила бездны. Так. Блять, я нихуя не упал, может, что по всему, не знаю. Че, беру себе Сашку, я, короче, так, тогда. Кинешь почтой, Паш. Ну, как выйду с рифта? После этого. Он с рифта как придешь? Да, конечно. Так. Ебать, самое помойное, что могло выпасть, выпало, блядь. Что? Магическая защита. Ха-ха-ха. Боже, я обожаю этот рандом, блядь. Просто пиздец. А в тебя баф не попали, окей. Какие бафы? Атака. Уже я подустаю. Тогда у нас тоже жабы прошли, что ли, блядь? Не помню. А, не вижу. А мы на пауках тогда остановились с тобой, да? Да. Это очень сложно. Они очень быстро выходят. Вот я грейжу, они не дамажат. Это что такое? Как это называется? Называется бред. Запотей ради нихера. Я понял, я Сашке больше не говорю. Я просто кристалл крови буду покупать и все.
Хотя кристалл крови стоит брать, нет? По цене посмотреть надо, что самое выгодное. Я смотрел, там сейчас цены пока что на них это... Надо просто, короче, копить, я понял. Пиздец, в жопу нахуй 700 с лихом эфира. Ну, это уже дерево. Вот это уже только гномами. Походу. Башни уже просто не решают. Нужны чары вот на вот этой вот на вот этом дереве. Сколько прошло? Слушай, кидай. Секунд. Что тут не улучшено? Первый уровень. Как нам бежать строить? Вот это вообще бревно, блядь. А я строю башни. Все, построил. Не, подготовки просто нереально мало. А, им же мобы тут перед носом, ну да. Окей. Просто пиздец, блядь. О, геймово. Ну, результат мы незначительно улучшили. В общем, в жепу 19-ю волну все равно самый вкусный дроп с боссов. А, ну смотри, с босса типа тогда упал дроп, а сейчас нет. Ну там шанс, таблицу посмотри. Ну, типа все равно самый вкусный дроп засунут в боссов. Ну мы же все равно его проходим как бы. Нет, он дропает из себя. Из мобов есть дроп. Ну-ка, что тут, как тут ИСА взять? Хочешь взять, попробовать? Ну да. Обмен? Ну, как, что, как выглядит? Сфера ведьм. 750 надо. Ага. Взял? Нету, не хватает. Сколько денег хватает? Не знаю, я рекомендации возьму. Две штуки. Ну окей. Завтра возьмем, короче, пофиг. Ой, блядь, ненавижу этот данж. Прикольно, но нужно убирать вот этот вот урон от персонажей, а то это не Tower Defense какой-то, а просто жопа боли. И окно подготовки увеличивать. Я не знаю, это тупо ну, для лучников, для гномов-снайперов. Ну вот как-то так. Good luck вам, в общем, ребята. Пыхтите. Пробуйте. Интересно, но для любителей челленджа очень-очень геморройно.